Никто не поднимет настроение лучше, чем милые животные. Хотя, по правде говоря, далеко не все они милые. Некоторые существа вовсе не вызывают желания их потискать. Тем не менее, все они и такие естественные. Именно поэтому за животными всегда интересно наблюдать. Сегодня я покажу вам самые удивительные случаи с животными, которые удалось снять на камеру. Никогда не пытайтесь украсть верблюжонка у его мамы. Этому парню повезло, что он быстро бегает. А эта мама, золотистый ретривер, так гордится своим щенком, что всем его показывает. А этот слоненок очень любит красивых девушек. Кролики тоже любят теплую ванну с пеной. Зачем махать крыльями, когда можно прокатиться с ветерком? Даже самый суровый бык не откажется, чтобы ему почесали бачка. Если вам скажут, что любимая еда обезьян – бананы, не верьте. Лучше угостите их семечками. Эта летучая лисица вполне могла бы сыграть монстра в каком-то фильме ужасов. Сегодня даже обезьяны активны в соцсетях. Так что если не знаешь, кто лайкает твои фото и видео, подумай о том, что это вполне может быть этот симпатяга. Как мало псу нужно для счастья. Лужица воды, и он в восторге. Детеныш коалы перепутал собаку со своей мамой. Этот незатейливый танец можно быстро выучить и исполнять под любую музыку. Не благодарите. Танец фламинго тоже выглядит эффектно, но тут нужен коллектив. Сольное выступление зритель не оценит. Когда мы говорим о козлах на дороге, то обычно имеем в виду плохих водителей. Но эти машины остановили самые настоящие козлы. Говорят, что даже обезьяну можно научить курить. Но зачем прививать животному вредные привычки? Проезжая мимо бизона, никогда не знаешь, пропустит он тебя или нет. Обезьяны не стесняются воровать у людей еду прямо из-под носа. Туалетная бумага не лучшая еда для оленя, но похоже, она пришлась ему по вкусу. Сложно представить, как этому кабану удалось проникнуть в бутик, но похоже, его действительно заинтересовали модные вещички. Красная панда очень забавно отреагировала на камень, и этот момент удалось снять на камеру.
Тигр – очень красивое животное, но все же не так много людей согласятся приблизиться к хищнику, чтобы сделать пару снимков. Бесстрашный кот прогнал лиса с территории, которую кот считал своей. Но только посмотрите, как ласков этот кролик с песиком. Между этими питомцами столько нежности. Этот кенгуру умеет позировать лучше некоторых моделей. Только посмотрите на это. Попугай танцует с заводной игрушкой. Представьте, что вы подходите к своему велосипеду, чтобы ехать на работу, и видите эту огромную змею. Аксолотля называют ручным драконом, который живет в аквариуме. Действительно, это существо похоже на сказочного персонажа. Казуары – очень агрессивные птицы. Они нападают даже на автомобили. Черепахи не только медленные, но и упрямые. Некоторые из них любят бодаться не меньше баранов. Что бы вы чувствовали, если бы увидели такую змею в своем доме? Вряд ли бы это вас порадовало. Несмотря на размер, росомаха не менее опасное животное, чем волк. Увидеть этих хищников рядом – большое везение, а снять на камеру – просто невероятная удача. Только посмотрите, как организованно эти пингвины спускаются вниз по лестнице. Похоже, этот пеликан пытается проглотить женщину. К счастью, ему это не удалось сделать. Это он целуется. Нерпы – одни из самых милых представителей семейства тюленевых. Ставьте лайк под этим видео, если вы согласны. Похоже, этим псам поручили стеречь ведро с крабами, но пока они не очень хорошо справляются. Эта панда любит покушать, а туристам нравится наблюдать за этим процессом и снимать это милое животное на камеру. Эти обезьяны хорошо воспитаны и получают бананы в порядке очереди. А этой компании нужно преподать пару уроков этикета. Пума подошла совсем близко к людям, и ее удалось снять на камеру. Верный шимпанзе всегда готов протянуть лапу своему другу. Вы только посмотрите на шляпу этого верблюда. Девушка решила напоить этого модника водой. Огромный бизон решил навестить одну семью. Похоже, ему понравилось в гостях. Пожалуй, это самая забавная борьба, которую я когда-то наблюдал.
Чаще всего мышь в доме – это вовсе не питомец, а настоящий дикий зверь. А вот такой опасный хищник, как пума, как ни странно, может стать домашним любимцем. На камеру удалось снять забавный момент, как лев поймал птицу. Эти любопытные петухи совсем не понимают, какая опасность перед ними. Осьминоги далеко не самые милые существа на планете, но достаточно интересны, чтобы за ними с интересом наблюдать. А вот дельфины – очаровательные существа. Вы только посмотрите, какой любвеобильный милаха. Котенок так сладко спал на батуте, что и козленок решил последовать его примеру. Обычно на верблюдах ездят по пустыням, но чтобы этих животных использовали для того, чтобы вытянуть застрявший автомобиль из сугроба, лично я такое вижу впервые. Шимпанзе не только одни из умнейших животных, но и невероятно нежные. И этот малыш тому доказательство. И слоны тоже бывают очень нежными. Вы только посмотрите, как ласково этот великан обнимает парня своим хоботом. Огромный носорог прогуливался улицами города, как ни в чем не бывало. В одном австралийском супермаркете появился невероятно прыгучий посетитель. Слон с удовольствием берет банан из рук туриста. Даже черепахи нуждаются в ласке. Только посмотрите, как мило общаются эти двое. А эта девушка своего любимого варана ни за что не променяет даже на кота или пса, какими бы красивыми они ни были. Вы только посмотрите, как много обезьян. Мне кажется, они скоро опустошат город. Котенок впервые встретился с детенышем гепарда. Впрочем, маленький хищник тоже не понимает, что это за зверь перед ним. Пожалуй, это самое милое зрелище, которое я когда-либо видел. Никогда не думал, что малыши черепах настолько забавны. Ну и, конечно же, морские котики всегда занимают первые места в рейтинге милейших животных. К сожалению, не все истории с животными вызывают улыбку. Этот малыш кенгуру пострадал, когда пытался перелезть через электрическую ограду. Почему-то этому самцу не нравятся другие обезьяны. Собаки привлекают его гораздо больше. Как говорится, о вкусах не спорят. Эта черепаха оказалась в обувном лабиринте. Сперва она попыталась отыскать выход, но когда поняла, что в тупике, то попыталась пробиться напролом. Все малыши любят играть в мяч, и даже львята не исключение. Кто бы мог подумать, что волк, медведь и львица смогут стать настоящими друзьями.
crazy. В зоопарке в Дели бегемот чуть не перелез через ограду. Охранник стал бесцеремонно бить бегемота по морде, что возмутило многих посетителей, а видео стало вирусным в соцсетях. Добрый мужчина решил напоить котенка прямо из ладони. У этого малыша отличная пушистая нянька. Никогда не понимал, почему многие люди так боятся выдр. По-моему, это милейшие животные. Если согласны, то поставьте лайк под этим видео. В Индии слон решил зайти в гости к одной семье в надежде получить манго. Вы только посмотрите на эту милую белочку. Как же она любит ласку. Зубастая акула слишком близко подплыла к лодке. К счастью, никто не пострадал.